Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный аниматроник! Ну что там, Луна? Вон они стоят, все эти аниматроники! Сейчас узнаем, что они от нас хотели! Э, банда, здорово! Чё вам надо от нас? А, чё звали? Привет, аниматроники! Что случилось? Мы пришли, Луна и Солнце, к вашим услугам! А, я диджей-аниматроник. Я вас изгоняю из своей банды. Вы нас очень бесите. Вы дохляки. Не понял, Луна! Это что, нас изгоняют из банды аниматроников? Получается так, Солнце! Чё за бред? Слушай, братишка! Что? Блин, я очень расстроился! Я же доброе солнышко! Я хочу дружить с другими аниматрониками! Всё, всё, Нино, иди за мной, у меня план появился! Не понял! Луна, ты что задумала? Какой план? Я предлагаю отомстить этим аниматроникам за то, что нас выгнали! А как мы им отомстим? Их много, блин, мы вдвоем не справимся! Тогда предлагаю сесть и накачаться! Задавим их мускулами! Хе, Луна, мне нравится! Давай пойдем в спортзал, будем тягать гири, накачаемся и дадим, блин, этим аниматроникам! Вернемся! Эй, лохи, ждите нас, мы скоро будем! Я, солнышко, танцую, бегу в качалку! Заткнись уже! Ну блин! Пошли скорей! Давай, я бегу! Солнце светит и растет трава! Ой, дурак! Ха-ха, братишка, как ты думаешь, они на месте своем, а? Я думаю, они на месте. Пойдем. Ну чё, время подкачаться, погнали, наваляем им, а? Луна, ты такой смешной стал, капец. Блин, а тебя мозгов не прибавилось, к сожалению. Ну что, пошли, о, стоят, смотри. Только поубавилось мозгов, блин. Ну что, аниматроники, сейчас получите. О, блин, нифига себе вы сильные. Разбегаемся, блин. Ага, не убежите от нас. Луна, гаси их, блин. Лови, мутусь, гаси. А, они не убегут. Ну все, мы сейчас их напинаем с тобой, Луна. Пошли вон отсюда. Мы накачались. Мы качки, мы тупые. Нет, я не тупой. Давай этого паука обломаем ноги! Давай! Давай, ломай его! Дурак, не убежит, старый! Молодые люди, я вам еще раз повторяю, у нас магазин не продуктовый, алкогольные напитки не продаются. Я еще больше вам скажу, уже поздно время, вы нигде не сможете купить вашу водку или что вы там хотите. У нас тут есть холодильники, компьютеры, есть мебель, вон отдел с мебелью, отдел с бытовой техникой. Я вам не продам никаких алкогольных напитков, у нас их нет. В смысле нет? Нам сказали идти сюда. Так, молодые люди, я сейчас повторяю, либо вы уходите, либо я буду вызывать охрану нашего магазина. Вызывай охранника и администратора, не продает водку, мужики. Ага, сейчас я вызову, давайте, так, сейчас я позвоню охране, блин. Так, сейчас я вот, стойте, не убегайте, блин. Так, надеюсь, Бабян еще домой не уехал с Андрюхой, блин, охрана на месте. Алло, да. Алло, это охрана? Ну а кто ж еще? Алло, Бабян, приходите срочно на первую кассу, тут какие-то мужики быкуют на меня. Давай, Андрюх, убери их четверо, блин. Хорошо, сейчас будем. Ну все, охрана идет, блин, сами напросились, я не виноват, мужики, чё блин. Что такое, Диман? Короче, мужики, так, Андрюха, блин, Бобби, смотрите, эти вот чуваки хотят водку, я говорю, у нас нет такого. Они бычат на меня, ругаются, обзываются, чуть ли уже не с кулаками лезут, ага. А ну, разберитесь с ними, блин, а мужики. Ну, ах ты, нифига, блин, напали, нападение. Нифига себе, блин. Гасите, мужики, гасите, давайте, блин. Давай, хорош. Хорошо, отработали, блин. Все, всех убили. Да вроде ну, да. Ну, в смысле убили, вырубили пока, о, блин. Горяченькие валяются. Можно вылазить, блин, из-за этого?
Чё? А чё ты там обкякался, что ли? Воняет капец кокулями. Ну да, страшно, блин. Чё, пацаны, блин, это... Какие-то быдланы пришли в магазин. Мало ли, сейчас бы меня убили ещё. Да ладно, ладно, все нормально. Мы охрана, мы работаем как надо. Ну чё, время закрывать магазин получается? Ага, с ними-то это... Чё делать? Слушай, Димон, да оставь ты это. Тётя Зина придёт с утра уборщица, уберёт всё это дерьмо отсюда. А, ну всё тогда, мужики, магазин тогда закрываем. Уже время закончилось. И погнали по домам. Давайте. Ну все, давай, шеф, закрывай. Вот это, конечно, суета произошла под конец рабочей смены. Ага, это вообще, блин, жестко. Ну все, чё, да? Закрываем, да. Ну, а там камеры же, все нормально, там ладно? Там же сейчас это, вторая смена приедет. Ну и вот, и пускай там они сами разбираются, убираются. Это что такое, мужики, тут на помойке, а? Нифига себе, смотрите, что за игрушку на помойку выбросили? Непонятно, блин, это какой-то прикол, слушайте. Она вся разломанная, блин, какой-то робот, что ли, или что это такое? Посмотри внимательно, блин, реально, что-то с ней произошло. Ага, тут какие-то вон провода даже, блин. Ржавые прям какие-то вон провода, мужики, у него. Разорвал эту игрушку люто, интересно, что и кто это сделал. Ага. Мужики. Чё? А чё там сзади? Нифига себе! Офигеть. А это ещё чё такое? Какие-то качки, блин? Это как будто бы солнце, это как будто бы какая-то луна. Мужики, идите проверьте, чё это такое? Мне слушай, страшно. Бобяк, а чё они делают на этой парковке, я не понимаю. Я не знаю. Нифига себе, мужики! Бобис, блин! Они бьются, чё дерутся. Чё делать, парни, блин, а? Ё-моё! Давайте их прогонять с парковки, иначе нас уволят, блин. Как прогонять? Я-то при чём? Я вообще этот продавец-кассир, блин! Кто на машине? Ё-моё, да куда машине? Мы? Может, чё делаем? Может, это обратно в магазин? Давайте, блин, там сныкаемся. Давайте в вашу эту, в охранникскую коморку. Давай в кибитку, бабяк, там огнестрельное оружие осталось. Мужики, прикройте, давай, давай. Блин, бегут же. Давай, 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 Андрюха, блин, забегай. Ё-моё, вот это чертовщина, блин, вы видели? Они оба качки здоровые, один солнце какое-то, а другой луна, ага. Блин. Ё-моё. У них сила богатырская. Мужики, за мной. Так, парни, у вас есть эти, да, стрелялки, да, блин? Да, конечно, есть. Стрелялки есть, да. Фу, слава богу, блин. Оп. Так, а дайте мне, может, хоть один пистолет бери, какой-нибудь. Бери, бери, стрелять-то хоть умеешь? Ну, блин, я только в этом стрелял, блин, в Фортнайте. Вот, бери еще один пистолет. А, так, ну, ладно, Бобян взял. Что делать будем, какой план? Не знаю, мужики, может, попробуем их это застрелить? Ага, застрелить, вот, может, туалетной бумаги взять на всякий случай. Я шучу, ладно, блин. Короче, идите первые, вы же как охранники, я, если что, парни, помогу вам огнем. Ты ага. Бы это, лучше бы все же взял бумажку, пригодилось бы. Ага, здоровые такие монстры, качки, они уже в магазе, мужики. Выгоняют сто пудов, мужики. Блин, сейчас магаз разнесут, стреляй по ним, давайте одного и второго. Аккуратно, мужики, они вас зажали, мужики, они вас зажали. Бобяк, выйди, выйди, капец. Бобиса убили, Андрюха, блин, Бобиса убили, Андрюха, надо что-то делать, вырубили его. Попробуй поднять его! Поднимай, блин! Бобби, вставай, блин! Бегите! Ё-моё, Бобяна вырубили! Меня зажали эти качки! Андрюха, помогаю, брат! Блин, никак! Парней повырубали эти качки! Надо магазин защищать, блин, иначе уволят! Ё-моё, дурацкие качки! Солнце, луна! Нифига они меня закидывают! Вы чё, оборзевшие морды, блин? Это наш магаз, блин! Не пойдете, не пройдете! Сейчас я вас застрелю, вы дуралей, блин! А-а-а, ё-моё! Капец, они опасные! Еле дышу! Еле дышу! Ничего себе! Ой, блин, где я? Тетя Зина? Уборщица? Ё-моё! Что она тут делает? Где мы? Нас повырубали эти гигантские качки! Солнце и луна! Так, мой пистолет, мой пистолет! Ага! Так, мало патронов, но ничего страшного! Блин! Тетя Зина мертвая! А где я вообще нахожусь, не понял? Алло! Есть кто-нибудь? Эй! Блин, какие-то подвалы, дверь разломанная! Ё-моё! Там какие-то гоблины! Один маленький, блин, другой длиннорукий, здоровый! Не-не-не-не-не, лучше я туда не пойду, даже стрелять по ним не буду! Чё-то слишком стрёмно мне! Так, ладно, надо сюда идти, это кто еще? Это гопники из магазина! Что мы тут все делаем, блин? А где Бобян? Где Андрюха? О, Диман? Бобян, здорово, где Андрюха? Я не знаю. Бобис, что это за место, блин? Это, походу, какие-то потайные подвалы, блин. Это нас отнесли сюда, это солнце и луна?
Ну да, скорее всего. Там тетя Зина мертвая и гопники. Как так? А не знаю, а Андрюха где? Как думаешь, он живой? Ну, я думаю, ну хотелось бы, чтобы был живой, да. Пойдем посмотрим, может, наверху он где-то. А ты че тут сидишь, Бабян? А я тут боюсь по этим катакомбам ходить один, блин. Так, а наверху это вот здесь лестница, да? Ты про эту? Да. Так, ладно, давай попробуем выбраться, Бабян. Хорошо, что мы хотя бы выжили. Это да, это хорошо очень. Это хорошо, блин. Там Андрюха, Андрюха! Чё, пугаете, тихо, блин? Тихо. Это мы, здорово, тут вон трупы какие-то, блин. Чё стоишь, блин, здесь? Живы, мужики, да я боюсь выходить, тут какая-то страшилка происходит, страшная. Ага, живы, блин, там тётя Зина мёртвая и гопники в подвалах. И тётю Зину убили, поганцы. Ага, давайте выходить, парни, где мы вообще находимся, а? Фиг его знает, а чё, у тебя пистолет остался? Да-да-да, там ну, луна, блин. Там эта луна, качок, чё мужики. Что нам делать? Там и солнце, блин, они стерегут нас, походу, свою добычу. В натуре, мужики, смотрите. О, там парни, это, речка и вон мост. Но только он поднят, может его можно как-то опустить? Надо подумать, может быть реально получится опустить его, а? Так, чё, парни, я стреляю по ним, готовы? Давай. Зачем? Не надо, по-тихому пойдем. Так, конечно, сейчас это разворот по стенке, давай как-нибудь по-тихому попробуем, может получится, а? Так, ладно, давайте по-тихому, блин, давайте за мной, короче, парни, ага. Ну вы охранники, балбесы, пушки растеряли. Они глупенькие, смотри, они качки же. Так, тихо, Андрюха, может и глупенькие, но они сильные, давайте ползком, блин, да, мимо да, них. Да, чтоб вот не заметили. Смотрите. Что? Сила есть, ума не надо. А там какие-то механизмы, может, там можно опустить мост, а? А ну, Андрюха, иди попробуй, сработает, может, а? Бабян, мы тут посидим. Да-да-да. Ну-ка, сейчас прикрывайте, мужики, а то луна сейчас запалит. Давай, опускай мост, блин! Мужики, а что-то не работает, заржавело, что-то прокрутить надо, не получается. Андрюха, ты спалился, блин! Ё-моё! Бежим! Давайте, парни, отбегаем! Давай! Да вот сюда, а куда-нибудь! Вот сюда, быстрее, заходите! Заходите, мужики! Ух, ё-моё, блин! Жесть. Напали на нас, вот это да! Запалили, надо что-то сделать. Ну что, кто-то придумал, что делать? Страшно, блин! Да нет. Я не знаю, давайте что-нибудь, может, тут это найдем, поищем. Блин, а что мы можем найти, если они там все равно, блин, они нас не выпускают, они смотрят за нами, мне страшно, мужики! Оружие, может, какое-нибудь есть, а? Не знаю, а вот есть гаечный ключ, разводной, может, им как-то подкрутить, Андрюха, мост и заработает, а? Слушай, там как раз таки что-то про рычаг кидаешься. Шо? Может ты там что подкрутишь? Ну я могу, там как раз таки кнопка проржавела, можешь как-то подергать ее, получится. А давай лучше я сделаю, Андрюха, а? А ты вообще умеешь, ты его, смотри, блин. Нет, я умею, давай мне, давай, я все сделаю. Ну давай. Тогда. Все, не трогай. Короче, парни, давайте за мной, я сейчас это все там сделаю, починю мост, я вам отвечаю, блин. Ну пойдем. А погоди, ты куда так резко выходишь-то, а? Блин, слышь, там он на крыше стоит. Тихо. Луна, блин, мужики. Давай, во, по-тихому, здесь ему можно прийти, наверное. Так, давай, эх, луна, ты блин. Сейчас запалит, ты что делаешь, следи, а? сейчас, запалит, блин, да что ты переживаешь? Блин, что ты, блин, прикалываешься? Что ты, Андрюха, переживаешь? Там и луна, и солнце, они следят, что нам делать? Придется прорываться с боем. Ты мускулы видел, они задают, тут и переживаю. Аккуратно, я сейчас, парни, все подкручу, блин. Давай быстрее. Вот эту зеленую, да? Да, она заржавела, давай, дёрзь. Во, блин, ну-ка, а ну. Что-то работает? Что там? Опускается! Тихо, погодите. Тихо, мужики, сидите! Не дергайте. Опускается, сработало, блин, Андрюха! Капец, а что ты так долго опускается-то, а? Можно быстрее? Я не знаю, пускай хотя бы так, пока работает, блин, Бабян, присядь! Да я присел. Ага, блин, палево лютое, может так перебежим, там прыгнем уже? Ну давай попробуем. Давай! Быстрее! Быстрее, да, мужики! Блин, закинули! Давай! Прыгай, Бабян! Ё-моё! Я в дом. Андрюха! О, мужики, помогите, стреляйте, там Андрюха, голову уже есть! Андрюха, давай на мост, они не могут пройти, ты быстрее! Ты, блин. Бегу! Опа. Фух, они там остались, мужики! Мужики, смотри, что нашел! Фух, они не могут перейти, посмотрите, они стоят там! Ага, пусть нам повезло. Стоят, Димон, смотри, тут какие-то мертвые военные. О, тут пушки, подбирайте их! Вот это повезло, мужики, блин, вот это повезло! Натуре. Так, а патронов нету, парни, патронов-то маловато, блин! Ты, блин! А? Там солнце, они уже как-то перешли это все. Как? Перепрыгнули, наверное, мужики, давайте не пойдем туда. Так, давайте, блин, свернем с дороги, давайте куда-нибудь другое место, блин. А-а-а. Слышите, давай, нафиг отсюда, блин, бежим. О, давайте в лес, парни. Так, давайте в лес, смотрите, тут патроны разбросаны. Нифига. Подбирайте, берите, кому сколько надо, блин, мужики. Дробовик, СМГ, берите, гранаты даже есть. Да, нифига, блин, давай, парни, на всякий случай, блин. Шеф, дробаш взял? Да, у меня есть, парни, я взял дробаш, так, идем. Хорош, супер, мега хорош. Блин, я боюсь леса, парни, здесь же медведи всякие, волки. Мужики, луна! Он там.
Луна! Увидела луна! Нас! Луна стреляй по ней! Стреляйте, блин! Ё-моё, сейчас еще солнце прибежит, мочите, блин, гада. Не дай бог! Стреляй, стреляй, блин! Красная шапочка, блин! Дурацкая луна, блин! Давай, давай, гаси ее! Андрюха, он убил, блин. Андрюху! Бобян, Андрюха! Ты видел? Ё-моё! Я видел! Капец, Бобис, что нам делать? Ошалеть! Давай, 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 отбиваемся, Бобян, отбиваемся стреляй, от этой луны! Стреляй, давай, стреляй, давай, стреляй. Давай, зажимает меня, прям зажимает! Зубы ему. Так, 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 я прошел сюда, Бобян! Фу, блин. Гада, блин! Капец, куда жестко! Ты давай, 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 стреляй, стреляй, воздухе, стреляй! В воздухе, в воздухе! Мы должны. Убили! Да, так, Бобян, убили Андрюха, луну! Блин. Давай к Андрюхе, блин! Где он, умер, где он? Где-то здесь умер! Его бы еще найти бы по-хорошему. Я не знаю! Мужики, вы где? Он где-то умер, где-то здесь, вот! Андрюха! Его где-то откинуло! Блин! Я в кустах! Блин, его куда-то в кусты закинуло! Блин! Ё-моё! Ну ладно, слышишь, Андрюха, ты умер! Да! Мы пошли тогда! А где Бобис это было? Надо найти Андрюху! Ну, пойдем, пойдем, по-моему, здесь вот это он! Было. Вон, вот он! Вот он! Да, вот он! Родненький! Блин! Он все с концами! Парни! Я умер! Бобян! Блин! Ё-моё, что нам делать, Бобис? Там это солнце еще, наверное. Ладно, давай бежать ладно, дальше. Не суетись, не суетись. Жалко справимся. Андрюху, блин, но мы справимся, Бобян. Мы убежим отсюда, блин, из этого да, места да, да, дурацкого. Да. О, костер. О, блин, Бобян, согревай руки. Отлично, Диман. Ага. Ой-ой, что-то топает, что-то топает. Сзади! Солнце, блин! Ой. Бежим, Андрюха! Ой, Бобян, блин! Да, 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 бежим. Андрюха-то у нас Андрюха умер! Сердце. Нифига, Йо. Прыгает вот это он, солнце! Гад. Ё-моё, да, Бобис, что нам делать, Бобис, что нам надо делать? Надо бежать, Диман. Куда, Бобян? Да куда кину гору? Ты где, Бобис? Я вот тут, Диман, живу. Ё-моё, я нифига не понимаю, на, Бобян. Получай. Давай, ты бежим, бежим, Бобян. Стреляй, 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 может так же убьём. Бобис! Он мне двоечку прописал. Бобян, ты чё? Блин, это солнце, оно убило Бобиса. Ё-моё, я должен справиться с ним. Дурацкое солнце, ё-моё, блин. Чё мне делать? Здесь какие-то аномалии, здесь что-то непонятное, блин! Ты дурацкое солнце зажало! Это вам, блин, за моего брата! За луну! Дурацкие люди! Я солнце-качок! Блин, я хочу уменьшиться, как стать обычным солнцем! Мы убили аниматроников и убили этих людей! И луна! Они убили моего братика Луну! О, я солнце-качок! Я пойду захвачу мир! Солнце светит и растет трава! Ну что ж, ребятки, а на этом наш увлекательный ролик заканчивается, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Сегодня мы сражались против качков, луны и солнца, страшных аниматроников. Смело подписывайтесь на наш канал, ссылочки на канал и поиск ищите в описании, смотрите их видосики и стримы. На вас сегодня веселили, развлекали, как всегда, Оверфуни и Бобби. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья! Алло, чуваки!